Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня с вами детально изучен твердотельный накопитель Goodram Iridium Pro Generation 2. Версия на 1 терабайт, она уже появилась в российских магазинах, стоит примерно 11 400 рублей. В комплекте покупатель получает рамку для увеличения толщины с 7 до 9,5 мм. Этот накопитель получил 5-летнюю гарантию. Выполнен традиционный форм-фактор 2,5-дюймового накопителя. Корпус оформлен в темной стилистике, позиционируя игровую направленность. Главные изменения произошли в начинке. Goodram Iridium Pro Generation 2 получил контроллер Fusion PS3112S12 вместо Fusion S10 в первой Generation. Также изменился тип памяти, вместо MLC NAND теперь 3D TLC NAND. Появились версии с большими объемами, 1 и 2 терабайта есть. На крышу листа наклейка с логотипом производителя, названием линейки Iridium. Толщина корпуса 7 мм позволяет его рассматривать для установки в ультрабуке и ноутбуке. На внутренней стороне наклейка с техническими данными и серийным номером. С официального сайта можно загрузить утилиту Optimum SSD Tool. В главном окне вводятся подробные данные по техническим характеристикам и типу записанных на диск данных. Мониторинг состояния накопителя Smart. Встроенный тест производительности есть. Опция обновления прошивки твердотельного диска. Перенос данных с диска на диск, так можно будет упростить переход на перенос операционной системы. Для работы нужно будет просто активировать, выбрав этот накопитель в списке. Раздел с технической поддержкой и настройка самой программы. Сейчас видите данные, полученные в ходе тестов. Напомню, что по ссылке находится текст-обзор, там можете посмотреть более детально. Твердотельный накопитель Goodram Iridium Pro Generation 2 стал по всем параметрам лучше, быстрее. Теперь есть накопители с большим объемом, новый контроллер, новый тип памяти. И все это Goodram Iridium Pro Generation 2. Будет интересен и для установки в настольные компьютеры, и в ноутбуке, и в консоли. С удовольствием обсудим этот твердотельный диск с вами. Всем спасибо за внимание и пока-пока.